привет! И да, настало лето, с чем я вас поздравляю. Мы справились, вы справились. И если у вас еще остались экзамены, то удачи вам на экзаменах. Я верю, что вы справитесь, их напишите. И поскольку последний месяц у меня был небольшой творческий кризис, я решила, что из него все-таки выходить нужно, так как впереди лето, черт возьми, 3 месяца отдыха, солнца, радости, счастья. И будет очень-очень много видео. И поскольку у меня нереальное количество планов на это лето, то я решила сделать to-do-лист сама. Но не просто какой-нибудь маленький to-do-лист на листе А4 или же в ежедневнике, а огромный to-do-лист на ватмане. И я очень хочу им с вами поделиться. Я надеюсь, что я кого-то вдохновлю этим видео или хотя бы просто подниму настроение. И перед видео, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео. Давайте наберем 50 пальцев вверх, я уверена, что мы справимся. Также не забывай подписываться на мои соцсети, так как Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Добавляйтесь, друзья, пишите мне, я с удовольствием с вами пообщаюсь. И давайте начинать. Итак, для начала я делаю надпись «To do list сама» и разделяю мой ватман на 6 секций. Затем я очерчиваю эти 6 секций черным маркером. Не переживайте, то, что получилось неровно и кривовато, мы потом исправим. После этого я заполняю наши 6 секций. У меня получились секции творчества, сходить, книги, фильмы, сериалы, планы саморазвития и пункт еще. После этого я заполняю из книг. У меня очень много планов прочитать книги за 10, 9 и 11 класс, так как у меня в следующем году ЗНО. Это большой экзамен типа ЕГЭ. Также прочитать в общей сложности не меньше 30 книг. Из сериалов я хочу посмотреть «Сотню», «Флэш», 6-7 сериал «Милхоманчиц». А какой сериал посоветуете мне вы? В планах у меня устроиться на работу, пить много воды и саморазвития. Хочу бегать по утрам, а сходить очень хочется на пляж, в кино, да еще очень много планов. Затем я беру цветной скотч, и он вступает в бой конкретно. И украшаю наш плакат, а затем, конечно же, в ход идут стикеры. Куда же без них? На саморазвитие я приклеила кроссовок, на музыку нотку, на книги сердечко, на сходить туда-сюда, на планы алоха, так как я планирую поехать летом, и все. Понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, какое видео ты ждешь меня следующим. А видео этим летом будет очень много. Надеюсь, я вас вдохновила и увидимся совсем скоро. Пока!